43 тысячи голодных мужчин. К этому всему ты приходишь сам. Сегодня утром проснулся, мы проснулись вместе с подругой. Многие сейчас всерьез это не воспримут, то, что я сейчас говорю, но мне на лице во всех, блин, местах, так сказать. Какой-то контент прям 18+, или пропаганду чего-то негативного. Это настолько комфортная среда, что оттуда не хочется выходить. Выжать из себя все. Расскажи про поддельный паспорт. У меня не было портфолио для поступления на журфак вообще никакого. Ты должна сейчас публиковать вот эти фотки с парковки. И они увидят то, что им не надо видеть. Ну, как было у меня, я же человек такой. Ты видела трудовую книжку? Если денег нет, главное не подавать виды, что их нет. Ты рекламируешь что-нибудь запрещенное? Типа мама иногда просто может сказать, ну, удали, пожалуйста, фотку с попой. Или там, удали там фотографию в куртке с пентаграммой. На этом моменте я уберу трудовую, пока телеканал «Барс» это не увидел. Цель какая? Купить гелик? Как ты угадал? Я, по-моему, что-то... В инстаграме мелькало, а я, по-моему, да, в этой студии готической уже, говорю, экстрасенсорные способности просыпаются. Хорошо, будет так.